Зацвела драгоценная орхидея триколор. Вот как она в таком горшочке у меня длинненьком стоит. Она выбрасывает ножки длинненькие. Видите, как она ложится? Молоденькие веточки вон. Такие вот бархатистые. Она неприхотливая, растет. Вот много лет у меня. Тут была еще в этом же горшочке вот такая зелененькая, расписная. Ну, она вот, видите, как пропадает. Вот остался маленький корешочек. Вот что-то от нее еще и будет. А там они не хотят приживаться. Пересаживаю в грунт обычный для орхидей с корой и с обычной землей. Вот такая триколор лудизия. Называется орхидея лудизия. Триколор. Вот у нее длинная ножка. В этом году, в прошлом году она пропустила цветение, а в этом году она зацвела. Вот, похоже на туберозу. Такая длинная ножка. Мелкие беленькие цветочки. И желтенькая серединка. Это цветет орхидея лудизия. Одна из сортов драгоценных. Тут еще у меня зигопитал, он пытается. Вот, уже выпустил ножку. Увидим и его. У меня несколько сортов. Вот такая лудизия. Вот она занимает у меня вот такое положение здесь на окне. Подставила я еще горшочек. У меня тут свободный, пока не растет гипиастром. Ну, вот он, не спать, не ложится. Ну, вот такой бархатистый листик. Мне он очень нравится. Вырастила его из маленького череночка. Вот, вот с такими красными розовыми прожилочками. Вот такая красота бархатистая. Вот они обычные, у меня ничего особенного к ним я не применяю. Удобряю редко. Эти орхидеи, там еще один зигопитал. Применяю редко им подкормки. Обычно. Меньше всех они у меня занимают времени. Ну, то, что у них просто длинные ножки, и вот вы так вот, ей, конечно, горшочек лучше вот такой длинненький, чем квадратненький. В таких квадратниках они не помещаются. А вот в таком длинненьком они себя хорошо чувствуют. Вот такой горшочек. Вот, ребята, лудизия перед Новым годом. Немножко снега у нас в окно выглядывает. Вот такая декабрьская погода.